наложены один на другой и плотно прижаты друг к другу. И вот через эти, через эту своеобразную, такой своеобразный природный гребень, что ли, да, природную расческу, проходят потоки воды. И вот иногда наблюдается такое явление, когда, ну, содрогается почва, и как вот, проходя через эту рифовую скалу, вода начинает, ну, содрогание почвы и воды возникает, и особо это сопровождается звуком очень сильным, который напоминает гул реактивного самолета. И вот это явление в науке получило название барантит, вот так это называется. Вот. Ну, в настоящее время вот ученые уже, конечно, в 20 веке, они его изучили подробно, это явление, и поняли, да, почему это происходит. Вот как раз за счет прохождения потоков воды через рифовые скалы. Вот. А в 18-19 веке это явление тоже было, но оно было не изучено. Поэтому представьте себе, да, когда люди тех веков путешествовали по Ладоге и сталкивались с этим явлением. Конечно, они очень-очень пугались и различные такие, ну, чаще всего мифические придумывали объяснения этому явлению.